И та партия имеет президента, другая партия имеет председателя парламента. Куча административного ресурса, мы просто о нем не знаем. Да? Он просто нам не, может, не знаком всем, но он очень очевиден. Да? Госпожа Санду ездит по заграницам и дискутирует якобы случайно с якобы случайной диаспорой. Госпожа Гречана ездит по другим встречам и пользуется также ресурсом парламента. Очень серьезный административный ресурс задействован в этой кампании. То, что они не смогли каким-то образом там создать свои фильтры, так может быть в отношении некоторых партий, слава богу, да, потому что начинаем видеть потихонечку, я думаю, что будет еще кое-что видно. Я еще боюсь, что если бы у них было бы побольше времени поработать с фильтрами, еще был бы хуже результат. Теперь дальше нам предстоит уже посмотреть, чем все это закончится.